Подопечные Авакова разбили первый автомобиль Mitsubishi Outlander. Эти машины, напомню, не так давно с помпой презентовали в столице. И вокруг их покупки развернулся коррупционный скандал. Ведь, по утверждениям журналистов, за каждый японский автомобиль МВД якобы переплатила около 10 тысяч долларов. Дебютное ДТП произошло в Каменском Днепропетровской области. Все подробности выясняла Елена Миндалюк. Дорожно-транспортное происшествие произошло воскресным вечером почти в центре города. Полицейские из Каменского ехали на вызов. С проспекта Шевченко водитель поворачивал на улицу Бурхана. По официальной информации, со скоростью около 60 км в час. Однако на трамвайных путях колесом попал в яму, после чего влетел в бордюр. В результате, так сказать, этого ДТП был погнут рычаг переднего колеса. Там даже диск не пострадал, диск не погнутый. Сотрудник полиции, который находился за рулем, он прошел медосвидетельствование. В результате медосвидетельствования ни алкогольного, ни наркотического опьянения не подтвердилось. Но побывав на месте ДТП, мы никаких ям не увидели. А вот на обочине еще остались следы от колес внедорожника и даже фрагменты подшипника. Поврежденный автомобиль отбуксировали на СТО. Полиция уверяет, дескать, повреждение несерьезное, а ремонт покроет страховка. Сам водитель в выходной после смены от службы его не отстранили. Проводится служебная проверка по данному поводу. Автомобиль с незначительными повреждениями находится на СТО. Вот где в данный момент сейчас устанавливается причина именно повреждения автомобиля и сумма ущерба. Напомню, один автомобиль Mitsubishi Outlander обошелся государству почти в 600 тысяч гривен. Всего МВД закупило 635 таких машин в рамках договора между правительством Японии и Украины. Из них 10 пополнили автопарк Каменского. В свое время руководство министерства позиционировало эти авто как прекрасные внедорожники, которые можно использовать не только в городе, но и в условиях бездорожья. Каким образом для Outlander трамвайные пути оказались непреодолимым препятствием, остается загадкой. Между прочим, глава МВД Аваков в эфире одного из телеканалов Грозно обещал едва ли не расстрелять первых троих полицейских, которые попадут в ДТП на новеньких кроссоверах. Елена Медалюк, Евгений Кадисов. Подробности телеканал Интер, Днепропетровская область.